во многих школах, в йоге, там, там в сутрах написано, да, в йоге Патанджали. Каким образом? Сначала нужно развивать концентрацию. То есть мы чем можем управлять? Многие говорят, что мы можем управлять только своим вниманием. Да? То есть куда мы направим внимание, так мы и будем в общем-то, воспринимать действительность. И технически, чтобы оказаться в моменте сейчас, мы должны направить внимание на те процессы, которые происходят сейчас. Сейчас, да? Дыхание у нас не бывает вчерашнего. Ощущений у нас вчерашних тоже никогда не бывает. Да? То есть в реальности настоящего момента всегда есть дыхание и ощущение. Поэтому если вы умеете направлять внимание, если вы, ну вот человек говорит, что садись медитировать, и вот там начинается вот это все. Или я ему говорю, наблюдай за дыханием даже. Его ум может понять как-то это по-своему. Да? Поэтому техника объясняется, как наблюдать за дыханием. То есть ты наблюдаешь за дыханием и за телесными ощущениями, и тем самым ты наблюдаешь реальность настоящего момента. Гнев. Гнев. А гнев на то, что происходит не так, как ты хотела бы. Да. То есть ты хочешь, значит, да, нормальной, продуктивной медитации, да, без мыслей, да, а мысли лезут. Да. Но это вот наша действительно позиция эго, то есть я знаю, как должно быть, и мы испытываем гнев. Гнев, когда что-то не так. Ну, кстати, веды описывают, что это примитивный уровень сознания, гневаться. То есть поэтому наше развитие заключено в том, чтобы выйти. Почему оно развитие называется? Гневаться, да? Но тоже веды описывают, что мы живем в эпоху Кали-юги, да? Была эпоха Сати-юги, золотой век, когда только 3% невежественных людей было. И основная характеристика этих людей, они не гневливые были. Ну, то есть у нас основная характеристика, особенно еще и в России, это гневливость. Да? Очень подробно все вспомнить. И на уровне сознания осознанно раскаяться. То есть это не просто так, знаете, потом ты выходишь и говоришь, да, это все сознание делает. Ну, если вы так будете делать, то вот эти якоря, они будут оставаться. Нет, нужно пойти, раскаяться, а дальше происходит спонтанно. Это все сознание, нет виноватых. Но через персонально, лично должен отработать свое. Да? Эго и сдаться. Поэтому, ну, приходит человек, говорит учителю, finish me, заверши меня, ну ты давай пересмотри свою историю жизни, да, там все поделай, поработай, вскопай это поле, да, ну и потом там достаточно просто сделать так, и все произойдет. Но сколько было работы, вот только мастера знают, сколько работы было сделано. Это не просто так, да, все происходит. То есть как врач, это вот здоровье там, ну и вот я разрабатывал эту систему выздоровления, да, и она таки была разработана, но она называлась система саморегуляции самгуру. То есть, в принципе, мы все занимаемся, даже вот ВКонтакте записи, они еще с той прежней, да. И это действительно работает, то есть это вот первые две ступени, охотник, воин, он в принципе как бы постепенно поднимается, но в результате этого пути вы будете уметь четко регулировать и уметь поддерживать свое тело в балансе. Потому что даже после пробуждения, да, даже после просветления, я вам хочу сказать, что самый ценный дар от сознания – это здоровье. Это вот мое такое наблюдение, и его нужно сохранять и приумножать. Можно приумножать, да? Потому что даже чтобы быть в концентрации внимания, чтобы вас не отвлекали прямо вот, ну, какие-то там серьезные недуги, да, то есть всегда это легче делать, когда ты в здоровом физическом теле, да? Поэтому побочный эффект этого пути – это здоровье,
но и молодость. Почему? Потому что мы сохраняем, если вы делаете это регулярно, то вы не даете органам впитать стресс. Потому что мы стареем быстро от стресса. И если вы делаете эту практику, то стресс, он растворяется, только он вошел и сразу растворился. Почему я говорю регулярная медитация? Да? Научно уже доказано, вот люди медитирующие через 5-10 лет регулярной медитации, они дают фору всем тем, кто пьет таблетки. Ну или не делает.